пока включил камеру, пока достал телефон, они улетели. Ребята, это журавли. В Украине такого не увидишь. Насколько люди живут в гармонии с природой. Птицы не боятся прилетать. В городе очень много озер. Не все на озерах сидят. Ну все, улетели. Жалко, они летели прямо над головой. Хотелось вам показать. Ну, как-то так. Как-то так. Польша живет в гармонии с природой. Вот люди живут. Сразу же лес. Сразу же лес и сразу же дорога. И дорога специально так сделана, чтобы животные не могли выбежать. И чтобы звук от дороги не пугал животных. Даже специальные мосты есть для животных. Чтобы животные могли с леса в лес переходить. Такие сделаны специальные мосты. На них посажена трава, деревья. То есть они думают, что это так и надо. И переходят через дороги сверху. Вы были на канале «Охота за золотым». Будьте с нами, подписывайтесь на канал. Всем пока!